Приветствую, друзья! С вами Елена Викторовна, канал OK English. Вы находитесь в разделе «Английский язык для продолжающих», и мы с вами подробно разбираем всю английскую грамматику, раскладываем ее по косточкам, по разным урокам, по юнитам. Почему юниты? Потому что я работаю по книге English Grammar in Use, и каждый урок в ней называется «Юнит». Автор этой замечательной книги Реймонд Мерфи, и я думаю, что вы уже ее приобрели. Если нет, срочно покупайте, друзьям, потому что книга мега полезная. Это отличный сборник английских правил, даже которые можно сразу непосредственно в книге закрепить. Итак, в юните номер 89 мы с вами поговорим о местоимениях английского языка, таких как neither, either и both. Вы сразу можете удивиться, как же, Елена Викторовна, ведь мы слышали, что эти слова читаются как neither и either, both везде читается одинаково. Да, друзья мои, есть два варианта прочтения этих слов: neither или neither, either или either. Скорее всего, это личное предпочтение, как американцы, так и британцы произносят эти слова либо neither, либо neither. Поэтому давайте не будем с вами спорить, какой вариант является эталонным и правильным. Используются оба варианта, поэтому выбирайте тот, который вам комфортнее. Мне комфортнее говорить neither и either, так и буду я произносить слова в этом уроке. Мы используем слова both, оба, neither, никакой из них either в двух ситуациях. Эти слова можно использовать либо в связке с существительным, либо можно использовать их самостоятельно, отдельно, без привязки к существительному. Сначала поговорим о ситуациях, когда все-таки эти местоимения идут в связке с чем-то конкретным. Например, вы собираетесь поесть, и вот есть два возможных ресторана, которые вам подойдут. Вы скажете об этом так: Both restaurants are very good. Оба ресторана очень хорошие. Both, оба. Я говорю в связке с существительным. Both restaurants. Кстати, друзья мои, слово restaurant, опять же, имеет два варианта произношения. Некоторые говорят на французский манер restaurant, некоторые говорят restaurant с буквой T на конце. Как говорить, опять же, выбор за вами. Я предпочитаю вариант без T. Both restaurants are very good. Оба ресторана хороши. Both. Оба, то есть и тот, и этот. Специальное слово в английском языке both, запоминаем. Neither restaurant is expensive. Ни один из ресторанов дорогой, то есть оба ресторана дешевые. Ну, англоговорящие люди могут сказать, ни один из них, neither restaurant, какой? Is expensive, дорог. Либо можно сказать, we can go to either restaurant. Мы можем пойти в любой ресторан. I don't mind, я не возражаю. Either имеет значение либо один, либо другой. Неважно, какой из них. Neither – это отрицательный вариант слова either. Как видите, оно выглядит почти так же, отличает их только буква N. N намекает нам на not. Not either – это neither, друзья мои. Теперь поговорим о случаях, когда же эти местоимения используют сами по себе, без каких-либо существительных. I couldn't decide which of the two shirts to buy. I liked both. Я не могла решиться, какую же из двух рубашек купить, мне понравились обе. Здесь в данном случае both подразумевает, что мы продолжаем говорить о тех же самых рубашках. Опять же, мы с вами говорим о ситуации, которая связана с тавтологией в английском языке, когда мы не хотим повторять одно и то же существительное несколько раз. В таком случае, если мы указываем местоимение, после него мы можем упустить существительное. Это относится именно к тем ситуациям, когда понятно, о чем мы говорим. Is your friend British or American? Neither. He's Australian. Твой друг британец или американец? Ни то и ни другое. Он австралиец. Здесь neither переводится русским словом и не то, и не это. Вернее, это уже не слово, друзья мои, а большая связка. Neither, либо никакой из представленных вариантов, либо можем сказать ни то, ни это. В русском языке некорректно будет сказать твой друг британец или американец. Никакой. Какой-никакой. Да, это не связано. В английском языке никакой из двух вариантов. Neither. Do you want tea or coffee? Either. I don't mind. Ты хочешь чай или кофе? И то, и это. Или то, или это. Я не возражаю. Здесь мы соглашаемся с представленными вариантами и согласие выражаем лаконичным словом either. Но все-таки, друзья мои, вспоминая предыдущий юнит номер 88, где мы подробно говорили о появлении предлога of после местоимений, мы с вами понимаем, что можно говорить both of, neither of, either of.
Давайте посмотрим подробнее, рассмотрим эти ситуации. Можно говорить both of, neither of, either of. Потом указываем либо определенный артикль the, либо местоимение, либо притяжательный падеж. То есть, в общем-то, все то же, что и в предыдущем юните. В таком случае мы скажем both of the restaurants. Мы использовали местоимение both, потом предлог of, потом определенный артикль the и потом существительное. Либо можно сказать both of those restaurants. Большинство тех ресторанов. Both, предлог of, местоимение those, существительное, restaurants. Я не буду подробно разбирать эту схему. Если вам здесь что-то непонятно, откройте сначала, посмотрите юнит 88. Там все должно быть понятно. Что нельзя говорить? Нельзя говорить both of restaurants. Это будет ошибка. Мы с вами помним, что предлог of нужен тогда, когда надо как-то разделить, разграничить два местоимения. Если после both местоимения другого нет или определенного артикля the, да, то и предлог of нам тут будет не нужен. Both of these restaurants are very good. Оба из этих ресторанов хороши. Both of these – наша длинная связка, после нее указываем существительное. Neither of the restaurants we went to was expensive. Ни один из ресторанов, в который мы пошли, был дорогим. То есть по-русски нам, конечно, удобнее сказать, ни один не был дорогим или оба были дешевыми, да? Ну, давайте остановимся на более похожем переводе. Ни один из ресторанов, в который мы пошли, не был дорогим. Neither of the. Ни один из. Из указываем из чего? Из ресторанов. Restaurants. Вместо ресторан, как вы понимаете, может стоять любое существительное. Еще хочу прокомментировать такой момент. Со словом neither работает та же ситуация в английском языке, что и с другими отрицательными местоимениями. В предложении нам не надо второй раз, в отличие от русского, дублировать отрицание. Вот я переводила. Ни один из ресторанов не был дорогим. Нам в английском не нужно второй раз добавлять not к слову was. Вот одного раза достаточно. Это касается слов neither, none, no, not, never. Они уже несут отрицание. Оно одно и больше нам не нужно. I haven't been to either of those restaurants. Я не была ни в одном из этих ресторанов. Опять же, здесь по-русски я использую два отрицания. Я не была ни в одном из ресторанов, но в английском языке, вы видите, отрицание уже появилось. Вот оно, слово not возле вспомогательного глагола. Значит, здесь мы не можем употреблять neither, хотя вам этого хочется, ведь по-русски я не была ни в одном. Но нельзя говорить I haven't been to neither of those restaurants. Это будет ошибка, слишком много букв N на одно предложение. Вам может, кстати, показаться, что слова both и either достаточно похожи. Both обозначает мы выбираем оба варианта. И один, и другой. Оба. Both. Neither обозначает, мы не выбираем ни один вариант. Neither of the restaurants. И ни один, и ни другой. Either обозначает, что мы выбираем один вариант из двух. Небольшая особенность по поводу слова both. Мы можем предлог of выбрасывать в этой ситуации. То есть можно сказать both of my parents are from Egypt. А можно сказать both my parents are from Egypt. Оба моих родителя из Египта. То есть и один, и другой. Both. То есть если вы вдруг предлог of после both забудете, друзья мои, это ошибка не будет. Радуемся. Также что можно использовать? Можно использовать, опять же, как и в предыдущем юните, тут практически повторение материала. Можно использовать связку both, neither или either, потом предлог of, а потом местоимение. И все. Местоимение, которое заменяет существительное. Существительного в этой связке не будет. То есть связка будет такая both of us, neither of them, да? Is of you. Например, такие варианты. Смотрим на примеры. Разговор с двумя людьми. Can either of you speak Russian? Кто-нибудь из вас говорит по-русски? Либо один, либо другой. Either. Кто-нибудь. Или один, или другой. Это значение слова either. Умеет ли кто-нибудь из вас говорить по-русски? I can, я могу. I asked two people the way to the station, but neither of them could help me. Я попросила двух людей указать мне путь к станции, но ни один из них не смог мне помочь. Neither of them. И ни один, и ни другой. Все эти слова both и the neither, как вы видите, они касаются обычно двух альтернатив. Both – это и то, и это. Выбираем обе галочки везде ставим, да, и в первом, и во втором случае either, либо один, либо другой. То есть выбираем между альтернативами neither
нигде галочек не ставим, ни там, ни там. Ни один из вариантов не работает. Это смысл данных слов, но вы его уже, думаю, уяснили. И, друзья мои, та же ремарка по поводу both, что и по поводу слов all и have. Если вы указываете both, а потом второе местоимение и все, существительного нет, то вам обязательно нужно поставить предлог of. Both of us were very tired. Оба из нас были уставшие. Нельзя говорить both us were tired. Both of us. Оба из нас. И он, и я. По поводу слов neither, хотя оно обозначает нескольких объектов, да, но дело в том, что в английском языке neither может считаться и чем-то одним. Как это выглядит на практике, можно сказать neither of the children wants to go to bed. Никто из детей не хочет идти в кровать, как в русском, кстати. Не хочет, как он не хочет. Поэтому здесь к want мы добавляем окончание s. Правило present simple, окончание s добавляется после he, she, it. И, значит, данную связку neither of the children можно как бы в уме заменить he или she, или it. Да? Ну, дети это не it, это все-таки he и she. Но если вам комфортнее, как со словом both и either, использовать форму множественного числа, воспринимать эту связку как несколько объектов, вы можете это сделать. Можно сказать neither of the children want to go to bed. Никто из детей не хочет идти спать. То есть, если переводить с русского, удобнее использовать этот вариант. Если по аналогии с другими словами, с другими местоимениями из этой группы, то, наверное, удобнее все-таки использовать вот этот вариант want. Как еще можно говорить, друзья мои? Если вы указываете после both две альтернативы, да, которые слово both объединяет, вы добавляете между этими альтернативами предлог and. Both Chris and Paul were late. Оба, и Крис, и Пол опаздывали. По-русски, кстати, оба мы не добавляем. Мы скажем по-русски и Крис, и Пол опоздали. Англоговорящие люди здесь видят два варианта, которые надо объединить по смыслу. Поэтому не скажут both Chris and Paul were late. Англоговорящий человек никогда не скажет and Chris and Paul were late. И Крис, и Пол, так как мы говорим по-русски. Поэтому обратите внимание на этот момент. Both Chris and Paul. И Крис, и Пол. Мы объединяем эти два слова словом both. Или второй пример. I was both tired and hungry when I arrived home. Я была и уставшей, и голодной, когда приехала домой. По-русски и, в английском языке both and. Теперь что по поводу neither. Если в русском языке я говорю ни то, ни это, в английском это звучит как neither nor. Neither Chris nor Paul came to the party. Ни Крис, ни Пол не пришли на вечеринку. Здесь в русском языке даже три отрицания. Ни Крис, ни Пол не пришли. Но в английском языке используется такая вот отрицательная связка neither nor. Neither Chris nor Paul. Дальше вот для глагола отрицание уже не нужно. Слово neither его на себя тянет, второй раз его не нужно дублировать. Не надо говорить not Chris, not Paul didn't come. Вот это вот лепить не надо, хотя у вас искушение будет. Это будет дословный перевод, и он здесь не работает. Потому что в английском языке есть такая связочка. Neither Chris nor Paul came to the party. Ни Крис, ни Пол не пришли на вечеринку. Еще один пример. There was an accident in the street where we live, but we neither saw nor heard anything. Был несчастный случай или было происшествие на улице, где мы живем. Но мы не видели, не слышали ничего. Мы ничего не видели и не слышали. По-английски это звучит we neither saw nor heard anything. Neither nor опять в действии, видите, друзья мои. Причем заметьте, neither nor может относиться как к существительному, так же, кстати, как и слово both, так и к действию, к нашему глаголу. И по поводу either or. Оно больше всего соответствует русской связке или-или. Или то, или это. Либо то, либо это. В русском языке, видите, используется повторяющийся предлог или союз, не знаю, как лучше назвать. То есть предлог, да, который повторяется. В английском языке мы не говорим both both или and and. Мы не говорим neither neither или nor nor. Either either or нет, это не работает. Both and. Neither or, nor. Either or. I'm not sure where Maria is from. She's either Spanish or Italian. Я не уверена, откуда Мария родом. Она либо испанка, либо итальянка. Либо то, либо это. Either Spanish or Italian. Is you apologize?
or I'll never speak to you again. Либо ты извиняешься, либо я с тобой больше не заговорю. Either or. Здесь оно разделяет даже два предложения, заметьте. Either you apologize, первое предложение. Or I'll never speak to you again. Либо я не буду с тобой говорить. То есть either or, видите, как может разбрестись вообще по разным частям сложного предложения, но при этом эта связка either or, она сохраняется. Хотя в русском языке, если переводить с русского, хочется почему-то сказать or, да, потому что мы же привыкли, что слово or переводится как либо. Нет, двойной предлог, друзья мои, вот он, поэтому запомните его. Both and, и то, и другое, neither nor, ни то, ни это, either or, либо то, либо это. Ну и последнее, это уже, скажем так, подводим итоги. Мы поняли уже с вами, но еще раз запоминаем навсегда, что слова both, either, neither относятся только, когда у нас два предмета, две альтернативы, насчет которых мы выносим наше суждение. Две вещи, да, то есть два объекта. Если у нас больше, чем два, то мы уже используем другие слова. Мы используем местоимения any, none, all, которые мы с вами знаем. Давайте сравним так, чтобы все было вот железобетонно понятно. There are two good hotels there. You could stay at either of them. Здесь есть два хороших отеля, ты можешь остановиться в любом из них. То есть либо в том, либо этом. Either. Потому что два отеля. Two hotels. There are many good hotels here. You can stay at any of them. Здесь много хороших отелей. Ты можешь остановиться в любом из них. Видите, many – это больше, чем два в английском языке. 3, 4, 5, миллион. Это many. И если ты остановишься в любом, либо в том, либо в этом, либо в пятом, либо в десятом, это уже слово any. Either от any отличается тем, какое количество подразумевается. Either подразумевает две альтернативы, any подразумевает 3, 4, 5 и более. Еще один пример. We tried two hotels. Neither of them had any rooms. Либо both of them were full. Мы попробовали два отеля, ни один из них не имел комнат, оба были полны. Два отеля, опять же, исходная альтернатива в размере две штуки. Two hotels. Ни один из них, neither of them, оба из них, both of them. Теперь смотрим на вариант, когда отелей много. We tried a lot of hotels, none of them had any rooms, all of them were full. Мы попробовали много отелей, ни один из них не имел комнат, все из них были полны. Заметьте, в русском языке оба предложения none of them и neither of them я перевожу как ни один из них. Но в английском языке перевод будет разный. Либо none of them, либо neither of them, в зависимости от исходной точки. Да? Поэтому если исходная точка дана, две альтернативы, конечно, используйте эти слова. Если у нас понятно, что предметов больше 2, 3, 10, 20, то, конечно, уже используем те местоимения, которые нам знакомы по предыдущим юнитам. Any, любой из большого количества, none, ни один из большого количества, все, all, все из большого количества вариантов. Ну что, на этом, думаю, можно юнит заканчивать. Надеюсь, материал вам понятен. Если вам что-то непонятно, всегда вы можете оставить вопрос под юнитом. Я с радостью вам помогу, отвечу на вопрос, если что-то не ясно. Но я думаю, что после того, как вы сделаете домашнее задание, которое вы найдете в этой книжечке, в книжечке English Grammar and Use, после юнита вам что-то должно стать понятно. Если непонятно, друзья мои, не стесняйтесь, пересматривайте урок столько раз, сколько вам необходимо. Потому что не всегда материал усваивается с первого раза. И по мере того, как вы работаете, конечно же, нужно повторять теорию, чтобы на 100% уяснить эти правила. Нужно обязательно сравнивать. Сравнивать постоянно разные разделы грамматики, да, потому что на сравнении тоже многое становится понятно. А я чем смогу, помогу, поэтому посещайте мой канал, смотрите новые уроки, которые я для вас обязательно буду продолжать писать. Меня зовут Елена Викторовна, рада с вами познакомиться, если вы впервые зашли на мой канал. Подписывайтесь обязательно, если вы до сих пор этого не сделали, подписывайтесь на мой канал. И жмите кнопочку «Мне нравится», это уже относится ко всем зрителям. Если вы уже давно подписались и давно смотрите мои уроки, спасибо вам, я очень рада, что вам нравится моя подача материала. Жмите кнопочку «Мне нравится», оставляйте комментарии, это поможет видео расти, набирать рейтинг, так чтобы еще больше людей могли его найти. До встречи с вами в следующих юнитах. Goodbye!